представляющий бойцовский клуб «Пересвет» Ростов-на-Дону. Он чемпион Беларуси по смешанным единоборствам. Трехкратный чемпион Республики Беларусь по кёкюсюдзя и карате. Трехкратный чемпион Республики Беларусь по фудо карате. Дамы и господа, встречайте, Борис Мираж Кричевка! Его профессиональный рекорд 21 бой, 13 побед, 8 поражений. Борис Мирошниченко, Республика Беларусь, бойцовский клуб «Пересвет», Ростов-на-Дону. Представляющий команду Fight Nice Team Москва-Россия. Четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу WKA, WAKO, PRO, WKM и WBKF. Чемпион Европы по кикбоксингу. Обладатель Кубка России по тайскому боксу. И серебряный призер чемпионата России по тайскому боксу. Дамы и господа, по прозвищу Волшанин Борис Владимир Микеев. Семьдесят девять восемьсот. Первый вопрос к Владимиру. Владимир, твой спарринг-партнер Шалех Ахмедов. Скажи, пожалуйста, планируешь ли ты в этом бою удивить навыками борьбы и, может быть, даже навыками болевых приемов? Я готовился всесторонне и, как бой пойдет, готов к любому развитию событий. И скажи еще, пожалуйста, Александр Шевченко говорил, что не смотрел твои поединки, по твоему мнению, он лукавил или нет? Если честно, я даже не думал об этом. Я думаю об бою с Борисом. Спасибо. И рекорд Владимира Минеева. 5 боев, 5 побед, ни одного поражения. И вопрос к Борису. Скажи, пожалуйста, для Владимира это первый поединок в этой весовой категории. А по-твоему, это будет преимущество для тебя или нет? Для меня это лучше, чем будет весовая категория, потому что лично нет. Никогда не выступал 80. Ну, не знаю, это можно использовать как преимущество, а можно использовать его сумму, может быть, преимущество. И также бои Владимира не длились так больше одного раунда, потом бы тоже преимущество тебя, если вести поединок более поздний раунд. Ну это я и рассчитываю, если честно, провести весь бой, провести бой на протяжении трех раундов показать. Спасибо. Шевченко. Борис, вот все равно. Комментарии, реплики к этому бою, к этому турниру, они в большей степени там, сосредоточены вокруг твоего соперника. При всем при том, что ты сильный спортсмен, иначе ты не вышел бы в эту клетку в ком-элементе. Тебя немножко не коробит от того, что тебя как бы забывают на фоне всего этого и мало о тебе упоминают. А ты сейчас выйдешь и покажешь. Ну, то не могу это сказать, что эти люди, что знают обо мне, кто-то считает, что я не сильный. Они просто меня не знают. В клетке я не знал, что все увидите. Спасибо. И вопрос к Владимиру Минееву. Ты впервые в таком весе, ты, наверное, так уже много лет уже не весил 80 килограммов. И это в определенном смысле тоже спад собственного веса, собственного организма. Не получится так, что ты все силы отдал на эту часть подготовки. И завтра не хватит эмоций в бою. Надеюсь, что нет. Ну и такой вопрос из области юмора немножко. Ты сам себе нравишься больше в каком весе, когда в зеркало смотришь? Когда в зеркало смотришь? Да, вот ты сейчас себе больше нравишься, когда ты видишь 90 килограмм? Ну, с утра сейчас уже испугался. Все, спасибо. Удачи.
Ваша...